Здорово! Вы можете спросить, почему такая лютая активность с моей стороны? А я вам отвечу. Все благодаря вам и вашей поддержке. Я в поте лица стараюсь предоставить что-то интересное и эпичное для вас. И получается ли это у меня, решать вам. Давайте сделаем некий тест. Что будет, если каждый из вас влепит лайкос именно в этот момент? Я думаю, мы сможем побить рекорд. Я погнал снимать следующий ролик на свою любимую официалочку, но вам я могу порекомендовать сервера Fury Rust. Множество качественных модифицированных серверов для вас. Соло, дуо, клановые, все как вы любите. Когда вайп, вы видите на своих экранах. И промокодик, кстати говоря. А также ты теперь можешь там стать полноценным фермером. В городе появился персонаж городской скупщик. У него можно обменять пойманные и выращенные вами продукты. Список того, что можно обменять, на картинке. Приятного просмотра! Свою ферму я все-таки отстроил, но мне нужно было провести электричество. Солнечных панелей мне не хватало, и я сбегал, купил ветряк. Тут небольшие проблемки. Для нас не бывает нерешаемых проблем. О, ну, мне нравится твой позитивный настрой. Тогда я для тебя топор выношу, да? Ух ты, как здорово! Для меня топорик есть, как класс. Ну, как бы, как говорил великий классик, нет ничего невозможного. Слушай, у тебя хорошо получается вот в соло дерево фармить. Так сказать, рука набита. Нафармив немного дерева, мы отправились сразу отстраивать место под ветряк, чтобы запитать нашу фермочку. Ну шора, народ, погнали. Херач. Ну да. Смотри, теперь нужно накрафтить электроники. Вот. Погнали, сейчас надо будет накрафтить ее. Так, свет, два насоса, два опреснителя. Что еще у тебя там подключено? У нас растения очень недовольны. А кто доволен в наше время? Я доволен. У меня есть электрики ручные. То есть... у меня ферма есть. Понимаю. Затоптал всю картошку. Окучивать будешь. Извини, это последний раз, больше такого не повторится. Чувак! Нет! Чё? Картошка Чё-то? Покинула грядки. Хоть с фермерством у нас пока не получалось, но зато у нас стабильно ловилась рыбка. Так что покушать у нас у всех было. Всегда. О, нормально. Теперь можно строить магазин и продавать всё. Рыбку. Да-да. Миссия выполнена. Все с кайфом. Это да, тебе за работу. Окупился, да? Приятно иметь с вами дело. Если что, этот, обращайтесь. Всегда отлично. Рад помочь. Всегда рад обратиться. Осталось совсем немного. Обвести это все забором. Да, семян найти. И семян найти, да. Попрощавшись со своим соседом, я отправился спать. И зайдя на следующий день, я услышал ужасные новости. Мою ферму зарейдили. Но мой сосед не стал ждать меня и вернул ее обратно, поставив в свои двери. Но самое ужасное, нам нужно было снова проводить электричество. Это сейчас наглухо застроим, то и все, в принципе, не проблема. А вот вход, пароль наш. Угу. Смотри. Да. Тут картошка. Тут, смотри, уже растет все. Да. Так смотри, они этот довольные почти по-полному. Вау. Просто надо, чтобы вода копилась. Вода копится, и они довольные люди, видишь, будут. Угу. Слушай, а давай сюда побольше дверей видишь наставим, чтобы не пробахали нас. Во, вот это красота. Все.
Нам еще семена нужны. Картошка выросла у меня на глазах! Нормально. Скоро будем картошку продавать. Партнер, я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю, начало положено. Отлично. Скоро мы будем, короче, на этот, на Бентли кататься, там все дела. И продавать картошку откроем, раскидывать. Откроем кальянную. Да, откроем свои точки, короче, понял, с картошкой по всем городам стран СНГ. Откроем свою кальяну, будем сеть пафосно курить кальяны и обсуждать новые сорта картошки. Слушай, это гениальная идея, мне нравится. О, тут можно стенку поставить, слышишь? Тут можно, короче, вот так вот и вот так вот сделать. И вот так вот. О, хорош. О, потатка. 4 картошки с одного куста, мужик. О, нет, это моща, это моща. Офигеть, мы сейчас там картофаны насадим. Вот, вот. Ого, ты посмотри на эту красоту. Ну-ка, стой, давай свет выключим. 100% картошка, вот 100% картошка. Не, свет когда работает лучше. Вот, смотри, вот 100% картошка. Все. 6 картофелин, сколько? Мужик! 7 картофелин! О, еще 7! Еще 7! Чувак, у меня 40 картошек с 6 кустов. Это жесть. Вот кукурузка спелая, кукурузку херач. 11 кукуруз. Сколько? Чувак, ну нужно захавать, херач, на, держи. Ткань, давай. Хавай картошку. Давай, давай, давай. Нужно еще посадить. Первый урожай. О, красиво, красиво. 30 тканей с одного куста. Слушай, это окуп. Слушай, не зря мы старались. Сколько, ну ладно, тут еще картошка будет. Мы собрали просто огромнейший урожай. Мой помощник был в восторге. Я целый день, сука, маялся с этой хуйней. Так, у меня есть очень много всего, но у меня... Я хочу посмотреть, как у меня там рыбка поживает. У меня 18 FPS, вы что тут настроили? Нормально. Я достаю шкафу авторизацию, потому что твой шкаф мешает тут немного. Чувак, у меня до 18 FPS упало. Смотри, 120 FPS, да? Поворачиваюсь. Все, 18 FPS, это что такое? Все шло по плану, до поры до времени. Пока я не зашел в одно прекрасное утро и не увидел то, что фермы у меня уже нет. Ее зарейдил какой-то огромный клан. И мои ребята сказали, какой именно. Это была эта огромная территория. И оставить их просто так я уже не мог. Из доброго фермера-рыбака я превратился в рейдера. Но на такую базу нам нужно было знатно подготовиться. Иногда к нам приходили бандиты, которые убивали жителей деревни. Но мы их жестоко наказывали. Я не понял, кто тут имеет право обижать моих постояльцев, ну, не постояльцев, а тех, кто живет возле нас. Вы что, страх потеряли? Это моя деревня, ты понял? Я, конечно, не эксперт, но я помню, тут домик стоял, да? Ну, домики много. Да, мы его вчера вынесли. Понятно. Слушай, а что вон то такое? Опача, я видел типа.
Походу минус 2. Ха! Нормально ты их расслабил. Чувак! Где мать в них, слышишь? Я тебе о том же. Блять! О! Тихо-тихо-тихо. Больно. Убил. Мощный. Мы сбивали каждый вертолет, так как нам нужна была взрывчатка, чтобы зарейдить тех ребят. Нормально. Я, наверное, сейчас совсем офигел, но я таскаю с собой по 3 пушки. Руки вверх. Давай быстрее, тухни. Отлично, 2 сихи, 3 ракеты. Патроны. Один готов. Второй готов. Минус 3. Троих убил. Биткой добил, наверное. Да, убил троих. Красавчик. Вот один есть. А, я калаш не забирал. Отойди. 2 сихи, 3 ракеты. Это окуп. Пока мои друзья фармили серу, я фармил компоненты. И проще всего это сделать где? Правильно, в воде. Как же я давно не плавал в этой игре. Новые очки — это реально бомба. По мелочи, а приятно. Ого, тут глубина какая. Так, а у нас здесь будет большой ящик? Маленькие ящички. Ну это реально, просто нереальная красота. О, тут есть скала. Большой ящик. Я давно не лутал, я даже не знаю, что отсюда может выпасть. На самом деле тут нифиговый лут выпадает. Где эта территория? Ага, я походу нашел ее. Походу я ее нашел. Топор на землю, фармер! Окей. Да не убиваешь. А я тебя знаю, ты приходил на вертолет. Ты на вертолет приходил с ЛР-кой. Да я с ЛР-кой не бегаю, челик. С калашом приходил. Я вот здесь живу, иди сюда. А вот тут здесь мой дом. Открой дверь, я поверю, что это твой дом. Погодь, я сейчас приду, я АФК на минуту. Ага. Этот парень пытался меня обмануть, так еще и сливал инфу по мне, где я нахожусь. И еще попутно зарейдил мою ферму. Да. И я точно убедился, где они теперь живут. На этой территории. Что-то он тут мутит непонятное. Как это обидно, минус коптер. О-о-о! А вкусно-то как? Оу. Бомжик. Hello.
Как твои дела? Здорово. Как там ты? На, держи, от тебя. Одноразовая акция. Спасибо. Ну, этого дерева мне теперь хватит надолго. Неподалеку от нас начались какие-то жесточайшие взрывы, и мы решили туда сбегать. Турель, турели. Две я турели. Я нашел коптер, если нужен коптер, я есть сейчас. Забрасываю. Берите турели и возьмите с собой взрывку. Понял. Убил. Одного. Второму три хита. Уйди, уйди, уйди. Я? Убил. Нет. Красный. Ага. Убил. Все. Ну пойди, все, все мертвые. Но нам нужны ракеты, чтобы турель сломать. То на заправке. Один внутри еще. Я могу запрыгнуть туда через турель пробежать. Сейчас я... По мне. Я не вижу. Он с СМГ, короче, я знаю, где он. Дим, там всякий фундамент. Не, не запрыгнул. Угу. Он красный. Стенку поставил. У вас сзади чел в хазмате, это свой? Нет. Кто там? Хазин. Сзади я прыгаю. Коптер приземлился, два типа. Пулсеты. Один по стенке у тебя, ты видишь его? Посмотри по стенке каменную. Нет, у меня патронов нету. Чуть не умер. Я бахаю у них турели. Давай. У меня патронов нету, можете патрон дать на калаш? У меня нету. У вас, подождите, у вас есть ракеты скоростные? Я где? А ты где сдох? Мой. Одну сломал. Они сейчас придут, они уже идут, вон голые справа. Но у меня не патрон хила. Тут я... спавн есть, ребят. Вот хорош. Прости. Сломал, минус турка. Угу, я пошел тело лутать. Вертолет. Мы можем кибитку бахнуть, но я думаю, они перенесли все. Ценное. Но это не факт. Кибитки, maybe. Сплавник свои. Меня убили, чуваки. Понял. И именно в этом моменте начался полнейший ад. Не знаю, либо они прилетели, либо за ними. А, они с кибиткой. Короче, типы за домом. И эти типы чекают кибитку. И челик из кибитки стреляет по ним. Я по левому тогда обойду, как приходили. Чего? Минус тип. Психи нести. Да, понятно. Минус два. Минус три. I need help. На мне. Минус три. Неси сихи, Леська. Сейчас мы их там бахнем. Я думаю, стоит. Все, я золотал, сейчас подожу. Тут спавн есть злой. Пытайся. Бежит к нам. Откуда? Убил. Нет, не убил, убил. Еще по-любому. Корова летит. Не вижу, Дима. Убил. Вижу, мусорка, Дима. Три хита, четыре хита. Убил. Еще один. Не вижу. По ним стреляют. Он домой забежал. Убил типа. Мы можем с калашей расстрелять турку и все. Ой. Сломал. Скиньте патронов, пацаны. Скиньте патронов. Убил. Постреляйте так, чтобы он не услышал сишку. Стреляйте, просто стреляйте в стенку. По мне стреляют. Все. По мне стреляют сзади. Окей. Okay. Вижу. Три кита, два кита. Я красный. Отхожу. Хил есть? Там все открыто. Шкаф. Давай первый, у меня лох-п. Дима сзади сейчас будет стрелять. У них дверь одна наверх. Убил. Контрите с палки. Один, да, не меня.
сейчас... О, слушай, это нормально. Шкаф. Спалку ломайте, и дверь нужно. Да, сюда спал. Дверь, сюда дверь срочно. Крафчу дверь, одиночная, да? Мы уже накопили достаточное количество ресурсов, чтобы пробахать ту территорию. И полетели осматривать, изменилось ли там что-нибудь. Да, одни гаражки, одни ворота открыты. Там турели стоят, это байт. Надо раз, два, три, четыре, пять, шесть. Может кто-нибудь металл скинуть? Слушай, а сколько у них слоев? Полос, один слоем ВК, я вижу крыши боковые. Подожди, а какой дом, подожди, им рейдить? На основе, я думаю, вот этот, который... МВК? Самый крайний, да, с МВК, потому что видишь больше всего это. Ну, выглядит интересно, да? Типа неплохо, да, но типа придется нормально так прорубиться немного. 100 ракет есть, этого вполне. Не, не надо, не трать дерево. Тут типуля. Алексей с этой хаты, слышь. За целых 3 дня мы подфармили совсем немножечко ракет. Но этого было вполне достаточно, чтобы выселить их под ноль. Давайте, у кого тут спаун постройки, мы там выходите. Ракеты в дальний ящик, Леська. Не я давайте ему выглядывать. Да, да, да. На пролом. Он на вышке, вижу его. Я хит ему дала. Камень, металл, скажите. Он умер, походу. Тут турелей много. Аккуратно. Слева турель будет. Сейчас справа человек. Справа нету, слева есть. Давай, бахай. Дал. Еще одну бахну. Yeah. Походу минус. Ракеты 4 обычные берите. Да, упала. А, турель? Турель с болтами. Я верхнюю ломаю. Сломал. Они... Тихо. Они с болтовками, ребят. Они ваншотят. Вон еще вот убери. Вот убери. Как справа вижу. Ага, вижу. У нас справа типы пришли. Сколько? Слышь? Видела двоих. Там же, где стрелялись. Окей. Okay. Топ-сетов. Еще одна сторона. Походу минус турель. Так, а попадем? Скорее, да. Еще есть турели? Не вижу. Она я положила. Наш. Я лежу. Еще одна, подожди, ракета. Поднимаю. Хилку вколол. Ну там как? Одного убила справа. Надо калаш, шкаф убить. Шкаф, да. Забираем шкаф. Тут шкаф забираем. Еще турель. Турель. Я не вижу, где турель. Я вижу, где турель. Минус турка. Минус все турели получается. Челик внизу. Было? Челик внизу забежал домой. Вижу, голый. Где? Выходит. Базукой. Я положил их нему. Там турели офнуты. Где у них дверь? Включи. Гараж закрыл. Вперед можно? Вперед. Я слишком, вот турелька внизу. Не, давай ракетами, там же турель. Тише. Скиньте ракеты. Ракеты скиньте. Да. Я стою целью. Забывай, не ракета, забывай, не ракета. Да. Все, не двигайся. Рвем дальше гаражка. Дальше. Хватит. Меня убивают. Сверху. Бахай вон туда, смотри. В гаражку бахай. А, так правильно бахаешь, мы в бункер еще попадем. Вот. Ты умер. Одной турель вижу. Вышел, убил. Хорош. Это гентрап, Дима. Ага, все. Я вышел на нашу сторону контроля. Тут ящики. Я могу сишки дальше кидать. Я там одна сишка.
Там 70 хп, слушай, разрывными добиваем. Хорошо, можно пройти. Меня убили. Я умер. Меня тоже. Вы все сдохли? Да, 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 он с ракеты убил. Кто там? Три палки, ты остался там? Он там сидит. Нет, нету, там нету. Я убил его, я убил его. Хорошо. Там турель офнута. Там. Я захожу. Давай, заходи. Я зашел. Что ты делаешь, смог? Тут шкаф, все, изи! Изи! Ломайте! Офнул турели, офнул турели. Что он диспавнил? Металл? Рвем шкаф, ребята. Меня залутал. Стопэ, а тут ракет ничего нет? Все меня залутали. Ты его убил? Садим? Чекай, Диман. Тут металл задропан. А, тут мало лута. МВК было. Но они... Надо на вторую хату взрывать. Взрываем. Надо за ракетами бежать. Я пошел за ракетами. Турели отсюда можем сломать. У вас... А, нет, они выключены. Одна выключена. А они вообще нам не нужны, получается, турели эти ломать. Ну, по сути, да. Шкаф забрали, вы снять их можете. У них стоял еще один домик рядом, и мы решили его зарейдить. Если уж начали, то нужно доделывать до конца. Мы можем сквозь пройти по подразам просто и все. Ну да. Так давай отсюда начинаем и все. Да, я вот туда бахну. А скиньте ракеты хотя бы. Иди ко мне. Скинул ракеты. Есть. Сейчас ракета укатится у вас. Я забрал одну. Хорош. Дальше будемся. Вниз, наверное, лево. Нет, не справа, не справа. У кого ракеты еще? У меня уже приворот под лед ходил. Ну-ну-ну, да я говорю. Сколько ракет у вас вообще? У меня все. Я за ракетой. Стойте. Стоп, разрывные да. Есть? 70 хп. Да, да. Я добью. Нет, это лутовая. Лутовая. О, тут дерьмовая лутовая. Давайте гаражки ломаем и ящики сломаются. У меня вообще, одна ракета. Подожди, не взрывайте. По-моему. А, ну здесь много. Ладно, да, гаражки, да. Какую, правую, левую? Левую, правую. Понял. Две ракеты и разрывные. Две ракеты разрывные и вправую тоже. И разрывные. Сейчас вправо. Стопэ? Смотрите, сколько тут Разрывухи. Ярик, Алимант, обнимусь. Я забираю все энергии за нашу, правильно? Да, правильно. Все, отлично. Все, авторизовываемся все. Осторожненько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 21 ракета и 3, и 9 тишин. Где? У меня, вот, я скидываю. Ты забрал? Все забирайте, распределяйте. Ты вор, конечно. Мог оставить, да, посмотреть. Смотри, сколько шестеренок. А вот нравится, видимо, чек. Ого. Это хорошо, это прям огонь. Мы все-таки смогли собраться с силами и отомстить тем, кто рейдил нашу рыболовню. Да, может быть, по ракетам мы не окупились, но мы получили то, чего хотели. И рейд устроили в онлайне. Это было довольно весело. Ну и самое главное, помните, рыбаки могут быть очень коварны. До новых встреч. Всем пока.